Инвестиционный форум – это, кроме того, что это большая международная площадка для привлечения и внешних инвесторов, и внутренних инвесторов, это еще и возможность общественности поучаствовать в обсуждении приоритетов развития страны, поговорить на темы, которые в первую очередь интересуют как население во всех его слоях, и с точки зрения работодателей, с точки зрения работников, возможности получить ориентиры и перспективы в тех отраслях, которые будут сейчас развиваться, куда будут направлены инвестиции, каким образованием в первую очередь заняться, в том числе и школьникам, да, для того, чтобы определить для себя будущую профессию, поскольку инвестиции – это в первую очередь возможность определить вектор создания новых рабочих мест, высокоэффективных рабочих мест с хорошим уровнем заработной платы, соответственно, с высоким уровнем и достойным уровнем жизни. И это будет ориентиром для молодого поколения, в том числе по тому, куда направить свои усилия в образовании, в частности.